Проект реконструкции площади Ленина многие рязанцы назвали смелым. Крупный ремонт, который изменит не только дорожную развязку, но и пешеходную зону. Во время голосования по проекту «Комфортная городская среда» большинство рязанцев проголосовали за изменение центральной площади города. Территория там небольшая, и архитекторам следовало учесть не только интересы водителей, но и пешеходов. К тому же именно на площади Ленина планируют проводить большие всероссийские и рязанские праздники. Однако все это повлекло за собой и изменения в дорожной сетке города. Например, теперь с улицы Горького поворот будет только направо, и проехать в центр не получится. Правда, многие объездные дороги останутся. Профессиональные преподаватели считают, что такие изменения пойдут площади только на пользу. Что касается транспортного потока, как это будет, будет ли это полезно, эти изменения, все-таки покажет время. Хотелось бы, чтобы было предусмотрено больше таки парковочных мест для транспорта, для тех, кто будет желать посетить эти места отдыха. Но я думаю, что в всяком случае это будет лучше. Лучше, чем в настоящий момент есть. Сейчас на площади Ленина вовсю кипит работа. Задача одна – успеть к дню города. Уже уложена часть тротуарной плитки, а по будущему асфальту вовсю ездит спецтехника. Здесь же мы спросили водителей, как они относятся к изменениям в дорожном плане. Мнения их разделились. Ну, я думаю, что удобно. Я смотрел уже там в новостях, и все, да, неплохо. Время покажет. Пока еще сам не пойму. Видел в интернете фотографию, но пока с трудом представляю. Ну, скорее всего, удобнее. Потому что здесь вообще был узкий проезд, то вообще не проедешь. И не пройдешь тоже для пешеходов. Хорошо это или плохо, пока неизвестно. Ясно одно, предложенная схема смелая и инновационная. К тому же водители надеются, что в любом случае все можно будет подкорректировать. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».